Все начиналось с трех музыкальных вечеров, вспоминает директор Танеевского музея. Теперь это ежегодный музыкальный фестиваль, который в память о выдающемся композиторе проводится уже 24-й раз. Его формат уникален. Здесь у каждого музыканта, вне зависимости от статуса, есть шанс показать свое мастерство и поделиться прекрасной музыкой с ценителями. Этот фестиваль всегда привлекает самых разных музыкантов, потому что сам Сергей Иванович Танеев, у него был такой дежурный день во вторник, если мне не изменяет память, когда приходили самые разные люди. И маститые композиторы, исполнители, и студенты консерваторий. И всех он принимал, и для каждого находил правильные слова. Участие в Танеевском музыкальном фестивале принимает Игорь Полтавцев. Талантливый пианист, композитор, аранжировщик, лауреат международных конкурсов. Он представил гостям концертную программу «Четыре столетия великой музыки». Программа охватывает 4 столетия музыки, начиная с Иоганна Себастьяна Баха, оканчивая 20 веком. Это такая мысль, идея, поскольку Сергей Иванович Танеев был энциклопедически образованным человеком и знал досконально всю музыку мира. Произведения Баха, Моцарта, Чайковского, Хачатуряна, Шумана, Бетховена и других великих композиторов вошли в программу Игоря Полтавцева. Непрерывное погружение публики в мир классической музыки длилось 80 незабываемых минут. Эмилия Ракелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».